Поиски мужчин, провалившихся под лед в Петриковском районе, временно приостановлены. Это обусловлено усилением морозной погоды. Из-за низких температур реку снова стало сковывать льдом, причем значительно уменьшилось время замерзания майн, которое спасатели вырезают, чтобы спустить водолазов на глубину. К тому же вести работы в таких условиях небезопасно. Как сообщили в Гомельской областной организации «АСВОД», поиски могут быть продолжены, но для этого нужно дождаться подходящих погодных условий.